Северских школьников пригласили познакомиться с работой огнеборцев МЧС России. В районе подразделяется на две службы – Государственного пожарного надзора, инспекторы которого занимаются работой по предупреждению возникновения пожаров, в том числе и проверками объектов, и непосредственно службу пожаротушения. На территории станицы базируется пожарная часть номер 53. Ежегодно сотрудниками Государственного пожарного надзора проводятся профилактические мероприятия в образовательных учреждениях в преддверии Нового года. После старта, скажем так, да, начала нового учебного года данная работа не заканчивается. С детками проводятся различные профилактические мероприятия, беседы, лекции. Сегодня мы с вами пригласили деток к нам на территорию отдела и на территории пожарной части. На этот раз на экскурсию прибыли ребята из 3-го Б-класса школы номер 43. Все они занимаются в пожарном кружке, поэтому вопросы по правилам пожарной безопасности от старшего дознавателя отдела надзорной деятельности Сергея Семеняка не застали ребят врасплох. Все знают, куда звонить и что делать при пожаре. А вот демонстрация оборудования начальником караула Евгением Тонконогом вызвала массу эмоций и восторга. Чтобы активировать дыхательный аппарат, нужен один богатырский вдох. Сразу получалось не у всех. Давай я помогу. Евгений Тонконог – пожарный со стажем. Свою работу любит и никогда не ропщет. Вопреки выражению «спит как пожарник», здесь спать не приходится. Даже в отсутствии возгораний нет ни одной свободной минуты. Ко мне пришли два молодых с таким же настроем. Говорит, нам говорят, что здесь спят. А сейчас они собираются уволиться, потому что здесь не спят, здесь работают. У нас есть расписание занятий. Мы согласно нему проводим как практические занятия. Это пожарно-строевая подготовка, пожарно-прикладной спорт. Так и классно-групповые мы занимаемся разбором пожаров предыдущих смен, аналогичных пожаров там, с других районов, с России, где-то нам поступает информация. Мы пытаемся как бы разобрать, для себя сделать какие-то выводы. Пожарные боевки детворе примерить не предложили. Лежат они неприглядно, неспроста. Именно так быстрее и удобнее облачаться в защитный костюм при сигнале о пожаре. На этот случай всегда в резервуаре машины должна быть и вода. В эту на базе КАМАЗ помещается 8 кубов воды. Парадоксально, что спустить такой объем можно всего за 2 минуты. Детям показали разные пожарные боевые стволы, которые крепятся к рукаву, и предложили поучаствовать в имитации тушения пожара. Ствол РСКУ-8 подает до 8 литров воды в секунду. Напор сильнейший. Нажимаешь на шланг, ну, если бы ты был один, тебя бы просто назад унесло. Ну и, конечно, каждого из ребят научили пользоваться огнетушителем. Школьники остались в полном восторге. Некоторые из них уже задумались о профессии пожарного. Очень прикольно. Хотя мы здесь и 3-й раз, но нам здесь очень нравится. Как будто мы сами пожарные. После экскурсии огнетушитель отправили на заправку, а детей обратно в школу. Будете к нам еще приезжать? Да! Молодцы!